Всем привет! Мы, в общем-то, распаковали орхидею, все снимали. Все снимали, но мой телефон завис, и всей распаковки не будет, поэтому я вам покажу конечный результат. Так, я вообще давно уже не покупала орхидей. И, в общем-то, я решила себя порадовать, себя побаловать. Как бы таких супер-пупер хотелок не было. И я в планах ставила себе купить либо нового кота с хорошим цветоносом и ботвой, либо захотелось мне башмачка. И, как вы поняли же по этикетке, мне пришел башмак. Я купила башмачок. В общем-то, в чем он пришел? Это мы уже сверху с дочкой коры насыпали. Он пришел в коре, в камушках, в личузе в этой. Или что там за камушки. И так как была сверху оголена корневая система, вы можете заметить, вот возле края горшка уже видны корни. Тут сбоку тоже видны корни. В общем-то, корней у него хватает. Корни хорошие, я думаю, все будет классно. Итак, сам башмак, он состоит из трех розеток. Первая молодая розетка, вторая молодая розетка, ну и материнская розетка. Было на выбор два башмачка. Один с крапушками, с такими башмачок, а второй однотонный. Ну и я решила взять все-таки с крапушками. Сейчас я вам его покажу. Вы готовы? Он огромный. Нет, я не так близко показываю, но он реально огромный. Вам просто в сравнении парус у него, как длина моих пальцев. Хотя у меня рука не из маленьких. Если его распрямить, да, видите, мне даже не хватает. Не хватает мне размеров, чтобы его обхватить, весь цветочек. Так вот даже понятней, да? Он очень огромный. У него огромнейший парус сверху. Яркие выпуклые точечки. Знаете, я когда его смотрела на картинке, он не был настолько огромным. Он не был настолько громадным. И я не ожидала, что он настолько большой придет. И, в общем-то, я очень впечатлена. Я очень довольна. Сзади такой вот весь в ворсинках. Блин, ну, у меня слов нету. Им только любоваться, и любоваться, и любоваться, и любоваться. И что я хотела сказать, что цена на него была не такая уже большая. Это цветущий экземпляр. Получается, без доставки он стоил, ну, грубо говоря, 12 долларов. Я считаю, что для такого башмачка с таким огромным цветком это просто... классно. Конечно, я не люблю заказывать башмаки почтой, потому что они плохо ее переносят. Обычно цветочек приходит намного хуже. Когда мне приходил Мауди, он был весь помятый. Потом я заказывала почтой Пиноккио, но на Пиноккио я не ставила больших ставок, потому что он револьвер. И даже если цветочек покукожился, а он покукожился в посылке по итогу, то вышел бы новый цветочек следом. Ну, а тут, когда ты заказываешь не револьвер, а именно один цветок, который цветет с одной розетки, то, конечно, хочется, чтобы он тебя порадовал. Что-что, но он меня порадовал. Вам не передать словами, какие у него объемные пятнышки. Они настолько сочные. Вот камера, наверное, сейчас хорошо передает цвет. Цветопередача хорошая. Красивый, красавчик, просто нету слов. Ну что, вот такое вот видео, вот такой вот башмачок с хорошими розеточками. Я думаю, что к весне эти розеточки тоже хорошо подрастут и порадуют меня дальше своим цветением. Будем заканчивать видео. Пока-пока всем, да?
Все, всем пока. Вот такая вот у меня красота.